центре Ульяновской области вновь прогнозируют плюс за окном. Зима в этом году на территории региона выдалась малоснежной. Этот факт заставляет задуматься не только экологов, но и властные структуры. Глава области выступил с инициативой повышения уровня Куйбышевского водохранилища в период половодья 2020 года не ниже отметки 51 метра по Балтийской системе. Сейчас допустимый максимум составляет 49 метров. Сергей Морозов направил соответствующее письмо в адрес министра природы и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина. Для нас крайне важно в этом году заранее согласовать с Федеральным министерством природных ресурсов и экологии и Федеральным агентством водных ресурсов, при котором создана и действует межведомственная комиссия по регулированию уровней Волжско-Камского каскада, отметки, которые устроит регион. В прошлом году большая вода ушла с берегов Черемшанского залива. Это привело к сокращению числа мест для нереста рыбы. Экологи называли ситуацию экологической катастрофой и не хотят повторения впредь. Рыбные ресурсы, они страдают в первую очередь. И сейчас все бурно обсуждают необходимость поднятия минимального подпорного уровня до 51 метра. Это действительно важно, поскольку это позволит сохранить основные нерестилища. Но нужно еще помнить один момент, что важен не только сам подпорный уровень, но и динамика сброса. Заседание межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада состоится в феврале в Москве, где и будут озвучены все предложения Ульяновского региона. Наталья Чумаченко, Руслан Батталов, Новости Улправда ТВ.